Детей. Рядом с ними все те, кто выходил и выходит на эту сцену, и многие известные сцены мира, они тоже волнуются, потому что в такой удивительной атмосфере иного чувства и не возникает. Сейчас, но рождается удивительное ощущение победы, праздника, Виктория. Дорогие мамы, уважаемые гости, сейчас вас поздравляет солистка театра «Новая опера» имени Евгения Колобова, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Всероссийской театральной премии «Золотая маска» и лауреат Всероссийской оперной премии «Каста Дива» Татьяна Печникова и участник марафона талантов Дарья Брачук и Эльвира Шуленина. Аплодисменты! Татьяна Печникова, аплодисменты, прекрасная оперная дивизия.